Друзья, всем здрасте, всем привет, привет, вы на канале «Пиратская жизнь», «Пиратская жизнь», «Пиратская жизнь», «Пират», я настаиваю, вы на канале «Пиратская жизнь». Короче, Вован, Нинок, как у нас здесь, три несчастных ножки, овощи, 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 здесь девочки, это... овощи, овощи, да. Здесь у нас бутерброды, да, сладости. Три ножки, две мои, ты сказала, да. Две мои, да, да. Я так и сказала, две мои, да. Прикиньте, он уже мои ножки считает. Ух ты, нехороший человек. Кто-то меня уже хоронит, а кто-то мои ножки считает вообще. А я пожить хочу, понимаете? И как говорится, ай, ладно. Короче, у нас обед приятный. Смотрите, вот у нас овощи, у меня каша, у Вавана бутерброд. Короче, да, ну короче. Давай. А что сделал? Что у меня даже? Мне даже ничего не видно. Давай сделаем другое. Да. Понимаешь, Вова, я знаю где-то грань, которую можно показывать. Вот, смотри. Смотри, как хорошо видно, видишь? Да, а вам видно? Видно? Ему видно. А вам не видно. Да-да-да-да-да. Мне нравится, как правило меняется на Ютубе. Сейчас, дайте, кстати, говорят, тверк. Прикиньте, разрешен. То есть всякие такие как возбуждающие танцы разрешены. Девочки, вспоминаем молодость Ютуба, зарабатываем деньги, клянчим, как говорится. Тверкуем! Скоро 70 тысяч, я не знаю, может быть уже 70 тысяч. Может быть нет. А, вот. А может быть. Может быть, да. А может быть, а может. А кстати, может быть, на Дзене нас 22 тысячи. Муа. И мои пусечки. За щечку вот так. Спасибо большое, что подписываете нас в Дзен, наш YouTube. Спасибо большое, что вы с нами путешествуете, живете, переживаете и хорошее, и плохое, все, что происходит в нашей жизни. Спасибо, что некоторые живут даже прям нашей жизнью, своей жизни не знают. Вот. Как бы страдают паническими атаками. Где сердце? Сердце вот. Мое сердце тут. Девочки, ищите мужика. Реально, знаете, вот любую проблему, любую заботу можно пережить. Немножечко. И атак не будет. Отдохнуть, да. И атак панических не будет, да. Так расслабился, отдохнул, кайфанул. А, кстати, горел склад Wildberries тут на днях. Мы оборжались. Там, оказывается, у одного мужика был интернет-магазин для взрослых. Там 18+, все дела. Короче, там эти сами, как их, пожарники ржут, как кони. Там они аж вот эту вот фигню приклеили к стене, и там стоят прикалы. Ты смотри, смотри, рука, вот моя рука. Просто оборжаться. Да. Я, знаете, я не из вот этих вот скромниц, там туда-сюда, чисто под одеялом, так... В Советском Союзе секса не было, но дети рождались регулярно. От Святого Духа, наверное. От Святого Духа и от партии не надо. Я люблю на эту тему поржать. В СССР Бога не было. Девочки, что там было? Там была партия только. Партия, да. Короче, весело же. Знаете, я даже не ожидала. У меня жизнь такая веселая, оказывается. Все время думаю, что, блин, скучно. Сидим, кушаем, никому не мешаем. Как говорится, живем, живем. Оказывается, Санта-Барбара, нервы, курс тарелки. Кстати, многие прям оценили мой перформанс. Кашу не так варю. Вопрос, как должна вариться каша, если по итогу должна получиться каша? Да. Как она неправильно варится? Кто-то вот, например, Наташа, например, знаете, она как делает гречку, а запаривает ее. Вот, ей нравится так, что она кипятком его заливает, вот, и потом накрывает, по-моему, полотенцем, или как так она мне рассказывала. Ну, короче, одеяло. Не, она заливает водичкой, кипяточком, угу. Потом, да, вводит до кипения, угу. Закрывает крышкой, и все. И запаривает. То есть она там сама набухает. Кстати, такая гречка у Наташки классная получается вообще. Очень вкусная. Прям рассыпчатая. Непереваренная. Нигде ничего не пригорает.
Я, знаете, не очень люблю варить рис, гречку просто не в пакетиках, потому что я боюсь, что у меня каждый раз оно куда-нибудь пригорит. А тут вот так. И опять же, я не строю себя идеальную хозяйку. Я всегда говорила, я обычная. Не надо мной очаровываться, чтобы потом разочаровываться. А то многие, знаете, требуют, чтобы я кашу варила, пироги пекла. Хотя, чтобы я в микроволновке тоже рыбу запекала и прочее. В микроволновке прям? Угу. Не, ну они хотят, чтобы я запекала. А просто для меня запекать в микроволновке? Да. Разве что. Чудо. Что? Лежу. Это уже облазь, так не знаю, кто. Уже по третьему разу. Угу. После каждого массажа посещения. Слушайте, у вас, конечно, уже прошел великий праздник, но я хочу всех поздравить с великим праздником Крещения. Вот, надеюсь, вы, может быть, как-то... Вообще у нас в России, по-моему, это ходят в церковь, окунаются, купили. Проруби делают у нас, купили. Вот, у нас сегодня, у нас сегодня 18 января, завтра будет 19. То есть сегодня в ночь. Можно, кстати, вообще сходить на... В бассейн, да? Ну, не, бассейн закрыт уже. В море, в море. Кстати, я смотрела историю. Вообще изначально, по-моему, в этом, в реке всех купали, когда крестили. Да. То есть то, что вот нас сейчас купили, делают это. Только не то. Это в жарком климате делали. Не то, да? По-моему, в Египте, что ли. Что-то я видела. Крестили. Не знаю, могу сказать. Ну, короче, кто скажет, что вы в море, это неправильно. Угу. Вообще просто омовение тела, то есть очищение души. И, кстати говоря, в этот великий праздник многие входят друг к другу в гости, просят прощения и живут мирно и счастливо. То есть прощают друг другу всякие обиды. Так что, ребяточки, наверное, уже смотрите с опозданием, но я хочу попросить у всех, у каждого прощения. Простите меня. Как говорится, как говорят, Бог простит. Пускай все мои грехи и мои прегрешения останутся со мной, а ваши с вами. Как говорится, да. Там нас всех рассудят. И уж кого как жизнь сложилась, все, как говорится, так оно и должно было быть. Так что, ребята, все дела. Не умею красиво говорить. Что-то там слезу дает. Не говори. Такой человек. Но и не строящий идеально. Никогда не строил. Ножки-то кушай. Не хочешь? А, съем. С тобой не заржавеет. Ну, запей. Вот видите, как здорово получается. Прошлый год мы были в Египте в это время. Вот. В этот год, получается, в Таиланде. Знаете, правильно как говорят. Как Новый год встретишь, так вы пройдешь. Правда, там мы встречали в России, но по итогу все равно весь год ездили отдыхать, где-то куда-то катались. Мы в гостях были. Да. Не дома. Мы ездим. Ну да. А в этот год, получается, там путешествовать будем весь год. Да, везде все откроют. Свои филиалы. Кто-то поехал в Таиланд, кто-то в Вьетнам. Угу. У кого денег меньше? Не, нифига. Сейчас Вьетнам дороже. Да? Там перелеты дороже и ну, не налажено еще. Логистика, скажем так. Те же Хайнань открываются. Угу. Ты имеешь в виду, да? Кстати, билет так не подешевел. А я тебе не говорил, там сейчас еще и Пакистан ввязался. Короче, капец, я не знаю, как мы будем улетать. Походу надо Аэрофлот бронировать, да? Угу. Капец, вроде такая нормальная была цена, а потом раз резко вышло. Опять же, кто виноват? Правильно, американцы. Они начали там всю эту смуту, им ответили. Да кто виноват? Вов, знаешь, вот на самом деле, знаете, вот у одной медали есть две стороны. Понимаете? И правду, правду. Узнаем мы только потом. Понимаете? А что узнавать?
Там, блин, все ясно. Давай без этого. Им нужны ресурсы. Они их и берут. Да всем нужны ресурсы. Ну что думаете, все такие-то? Так бери у себя. Ради покупай. Ради идеи. Да нифига, все за денег, все за бабок. Это время у нас такое. Все за бабок. Ну и если китайцам нужны ресурсы, они покупают. Понимаешь, кто-то трудится, кто-то стремится. А кто-то отнимает. А кто-то отнимает, кто-то паразитирует. Понимаешь? Вот. Поэтому я тебе говорю. Кто-то старается изо дня в день, работает, трудится, да? А кто-то берет и просто паразитирует. А кто-то как паразит. Да-да-да. Присасывается. Поэтому, видите, сейчас у нас вот такая вот проблема с перелетом. Я надеюсь, они наладят логистику. И все обойдут в свое нормальное русло. Да? Это им просто придется на прямую летать. Тоже. Без залета. В Доху и Абу-Даби. На, посмотри. Там есть варианты. Там и недорогие вообще варианты есть. Дешевле даже то, что мы смотрели. Но там не очень удобно. Либо через Индию. Вылет. Блин, а там нельзя. Да можно и утренний рейс что-то. Давай утренний возьмем. Не, если через Индию лететь, на виза индийская. Сейчас там какую-то я смотрела, знаете, новые авиалинии открылись. Как называется там? Чего? Узбекистан, да, по-моему? Нет. Ага. Туркменистан Airlines. Вот такие. Нефть. Через Туркмению летает. Прикинь. Типа как эти. ОАЭ летает самолетом к себе на территорию, пополняет это топливо, запасы еды, питья и прочего, и летят дальше. Ешь. По такому принципу. Вот так вот. То есть не как наши на прямую летят, а самолетом к себе домой. Да немножко. Китайцы там же летают. Вот это. Блин, лимонный сок. Напомните нам сегодня купить лимонный сок. Да, обязательно. Обязательно напомните. Вы сегодня как это? Напомните. А ты прям ходишь и глядишь. О, спасибо, да? Что напомнили? Через 4 дня. Шла домой. Так, что-то мы не купили, что-то мы не купили. Дай-ка полежу, да? А, точно. Не, вот ты прикалываешься, а иногда, кстати, реально помогает. Девчонки помогают. Подсказывают. Знаешь, когда... Так, о, точно. Вот видишь, на день у нас уже 22 тысячи. На топе уже почти 70. А если сюда приплюсовать еще этот... Первый канал. Первый канал. Не, ну первый, да, там уже нормально. Я в плане того, что это, Инстаграм, потому что больше 100 тысяч. Постоянно аудитория у нас большая. Просто кто-то подписывается, кто-то не подписывается. Кто-то смотрит так. Сейчас YouTube так устроили, что подписываться не обязательно. А мне даже, знаете, даже приятно. Ну, понимаешь, что у меня нет вот этих вот супер-пупер дутых, так сказать, цифр, как у некоторых там крупных блогеров, которые по 500-600 тысяч, по 300. Да. А по факту просмотров меньше у меня. Смешно. Ну так. Что-то не хочу больше. Что-то на завтрак у меня вообще аппетита особо нет. Я вам уже сегодня утром сделал омлет. Проказник. Девочки, для здоровья нужен мужчина всегда рядом. Вот. Никаких неврозов, никаких панических атак не будет, понимаете? Все будет хорошо.
Потому что меньше сидите в интернете, а ищите мужика. И тогда будете не только счастливы, здоровы, может быть, еще и богатого найдете вообще. И работать не придется. Будете ездить часто в отпуск. Не в Анапу 10 лет назад. А на поезде. На поезде, на 3 дня. А, соответственно, знаете, почаще. Да, нормально. Да, глядишь это, и Сочи. Мне кажется, сбудется мечта. А то Анапа уже, как это, как за граница. Курица не птица, а Анапа не за граница. Кстати, классно сказано. Ля-ля-ля-ля-ля. Что, вкусно? Кушай, мой хороший, кушай. Ну, кушай. Кто-то ездит в Анапу, кто-то в Сочи. Для кого-то грязный тогда. Которому предложим, наверняка поеду прям. Даже резиденты Comedy Club признаются, что они не настолько богаты, чтобы отдыхать в Сочи. Да, мы тоже. Мы туда максимум на недельку. Да. Кстати, реально, кто живет в Сочи, казалось, мы красим, блин, такие цены капец. Что быть? Да есть, не хочу. Вон это, отель «Богатырь» в этом в Сочи. Шикарный отель. Mm-hmm. Даже не в Сочи, он получается как-то в Меретинке, да? Да. Mm-hmm. Вот. Шикарнейший отель. Я тогда смотрела за неделю. 130 тысяч, капец. Я здесь за месяц плачу квартиру такую, представляете? Спрашиваются, нахрена мне, извините меня, этот отель за 130? Что мне там такое будут делать за неделю? Ничего. А тут я месяц буду жить. И то, в сезон. А вне сезон здесь дешевле еще жить. В разы. Ты с 90. Да, блин. Та-ра-та-та. Вкусно покушали, вкусно отдохнули. Мне понравилось тогда, когда были в августе на ярмарке. Что? Еды. Помнишь там эти три каких-то этих местных? Кто там показывает, пробует, кто что приготовил. Потом лучше, да, вот эти вот, это были на ярмарке. Что там, кстати, в торговых центрах не будет на кого-нибудь есть? Я думаю, блядь. А в смысле, ужин есть? Да, есть, ничего готовить надо. Хорошо. Вкусно, кстати, ветчина. Хорошая, да? Угу. Ветчина очень вкусная. Дорогая просто была. Куда? Тут Иришка Петрова с Дзена жалуется, говорит, да. Как жалко без колбаски. За Вованом чуть понаблюдаешь. У нас есть огурчики. Наблюдайте, как он кушает огурчики. Как он пылесосит их. Макарошки ели тогда, что? То, что ли? Угу. Начнем посмотреть, что там сегодня Элла еще выдаст. Кстати, прикольный канал. Элла Эмили. Веселенький. Люблю эмоциональных людей. Лора тоже. Молодец. Все молодцы, кто работает на себе. Да. Мало да. Че, не будешь, да? Все? А что, можно было, да?
А ну вернее. Чё? Фигушки. Ладно, мы еще тут. Пожрем. Сидим. Пойдем пожрем. Всем хорошего настроения. Ладно, не буду говорить. Хотела сказать. Ну, я думаю, я так понял. И прочее. Мне так понял. Увидимся в следующий выпуск. Всем хорошего настроения. Увидимся. Пока-пока. Всем спасибо за дзен. Всем спасибо за YouTube. Люблю вас. Пока-пока.